Всем привет, с вами Ксенчик ТВ. И как вы видели, что происходило, то это просто необъяснимо. У нас 74. Давайте начнем играть. Ну, создадим новую Сибиру. Впрочем, мы создадим маму. Music and Ed. Music. Me music. Там она просто будет такой. Вот так. Отлично. Так. Да. Да чё она негр у нас? Давайте сделаем ее какую-то такую. Ничего себе. Прическу нормальную надо делать. Примерно такую прическу. И теперь... И еще я знаю, кого создам. Вы увидите это. Думаю, вы будете в шоке. И сережки надо. И косметику надо другую. Сережки нам нужны мороженки. Потом вафельки, если там, конечно же, будет. Нет, все поярче голубые. Всего мокрого вам. Всего мокрого вам. Что это такое? Грим нам не нужен. Она не будет какая-то там накачанная. Она же не больная. Мышка. Мне заедай. Блин. Чё она меня заедает? Убрать все браслетики, я сама ее навяжу. Так, свитеры. Примерно я знаю, в чем она будет ходить. Черное. Все должно быть черным. Не сливается, это серый какой-то. Нам нужна черная юбка. Нет, серая какая-то. А вот эти пуговки вообще видны. Не, лучше было с другой юбкой.
вот с этой юбкой лучше. Ладно, оставим аксессуары. Что-то черненькое. Вот, тут нужно черненьким сделать. Хотя у нее и не будет браслетов. Кольцо-то тоже нужно черное, вот. И колготи. Вот. Не, я знаю, какие колготи. Такие. Все. И каблуки какие-то такие вот, черненькие. Так, у нее должно быть все черное. Где черная помада? Вот. Не, не сияй. Что это такое? Пекан. Не. Ты что тут валяешься? Чего ты? Так. Время есть? На поесть. И прическа должна быть такая. Все, она вся черная. Да, зачем? Пока что пусть остывает. Пусть остынет сначала, а то уезжает в тот тарелка. Ну что, с ума? Сосла в школе. Никому не будет ничего видно. Очки ей не нужны. Макияж должен быть здесь ярким. Примерно вот таким. Не, это какая-то страшная стала. Не. Все розовое должно быть. Так, даже подводка теней. Розовая. И вот это розовое. И это розовое. И даже волосы розовые. Розовые. А брови тут? Это зачем? Зачем в том волосы будут черные? Хотя... Да пусть будут розовые. Так. В том волос. Все. Готово. Теперь надо что-то розовенькое искать. Например, какие-нибудь куртки там. Не. Ну, это можно, но не входит в комплект. Это еще что-то. Ну, нафиг. Смотрите, вот эта куртка Маринет. Тут можно создать Маринет. Можно создать Маринет еще одну. А что, это мысль. Вот так. И юбочка, и штанцы. Вот юбочка, кстати. Теперь браслеты. Нет, нет, никаких браслетов. Вот. Не фиолетовый, вот розовый. Леггинсы должны быть розовыми. Значит, не берем. Берем вот это. Готово. Так. Где тут все розовое? А вот розовое. Теперь она вся розовая. Теперь нужно еще какой-нибудь цвет там. Без волос совсем. Нужно вот так вот сделать. И синее. Вот такая сережка будет синяя.
Да, вот. Теперь щечки синие. Можно было и не красить, кстати. Синие, вот синие. А на тех все синие будет. А что будет? А что будет, если кожу ей изменить на синий? О-о-о, теперь она вся синяя. Ладно, теперь красная, зеленая, красная. Я лучше так оставить. Так, еще надо какую-нибудь флагман ей синюю. Футболки, например. О, подарочек. Спасибо. Так у нее здесь. Теперь какие-нибудь штанцы синенькие. Вот синенькие. Простите, вы какой смысл имеет синеньких? Причем здесь комплект синеньких? При том, что я люблю в один цвет одевать что-то. Теперь и сандали какие-то там, кеды. Синенькие должны быть. Вот синенькие. Да, синенькие. Ночью мы должны спать в чем-то таком спокойном. В спокойном цвете. Так. Ночь же спокойная. Тут еще что? Лол, я мальчик. Хотя это не я. Что-то таком спокойном, с сиреневым. Так, макияж есть сиреневый. Вот сиреневая. Так, светло-голубое нам не нужно. Вот! Сиреневая. Не, не нужны нам щечки. Вот тут сиреневая есть. Только слишком не яркая. Вот, сиреневая. Теперь сиреневая одежда какая-то там. Или пурпурная. Нет, это не похоже на пурпурную. А это какая-то... Вот. Сиреневая. Будем считать, что сиреневая. А тут без узоров можно? Да, можно. Только это розовая. Вот тут сиреневая. Это белая! Вот. Нет, это фиолетовое. А это розовое. Вот. Так. Ладно, вот так. Давайте она у нас одна будет жить, потому что мне хочется как-то семью создавать. Теперь какой-то блондинистый цвет. Вот. И как-то вот так. И макияж какой-то золотистый. Вот. Нет. Вот. А, нет, это зеленый. Ну вот какой-то золотой.
А вот тоже желтый. Сгодится. Вот так. Годится. И вот. Так, нам нужно платье какое-то. Какое-то, ну там голубое какое-то. Ой, какой голубой. Планинистая. Тут только одни золотые. А вот какой-то я нашла. Нет, там этот цвет еще есть. А без цветочков можно? Да. Вот так. Вот, нашла. Так, теперь... Катя, шьёшь? Браслеты. И кольца. Вот. Вот. Придется уже поесть. Не обращайте внимания, что я ем. Обыкновенная манная каша. Какая такая красная будет. Ого, какая мрачная. Вот. Красная серьга. Вот. Теперь купальник какой-то там красный. Тут есть красный? Вот красный. А вот еще красный. Не, это был лучше. Купальник Леди Гаги. Класс. Она оценила. Варвара стрижак, и вот так вот будет. Ну что, поехали. Ой, простите. Я все поправлю. Вот так. Ой. Все, мы сфоткали. Вот посмотрим, там место. Ой, есть места. Так, нужно создать дом. Персонаж, как всегда, голодный.
выгоднее всего. Окей, замечательно, просто осталось сколько-то там рублей. Отлично. Нам не нужны ворота. Подождите секунду. Итак, все готово. В режим строительства. Огромную дверь купить. Готово. Во, какая огромная. Еще много новых дверей нужно покупать. Хотя нет, пусть останутся. И у вас лишь одно. Есть. Кто вы, салат? Окей, осталось. Окей, осталось 29 дней до моего дня рождения. Я просто знала, но посчитала вдруг неправильно. Вон какая огромная дверь. Где дверь? Дверь где? Надо было поставить ее в другое место. Дима, Дима, стой! Дима, не убивай меня! Давай поспим. Тут нет никого вокруг.
Окей, у нее чехол был другой, вот такой. О, какая жирная тетка подошла. А, это моя соседка. О, сразу пошли. Пошло дело, что они туда подошли. Чё? Не надо ему злодейству говорить. Вы должны быть дружными. Туалет. Все счастливы. Я сейчас. Я так и не узнала, как делать кофе. Приступаем к булочке. С шоколадом. Объедение. Все сосуды зашли ко мне в гости. Так, видео подходит к концу. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Так. Все, всем пока.